встречу с копьями, я на цимбале и с ходом нет. А если есть куда, какая там погода, ибо нет, обезьяки пиететы, какие там грядут запреты в тисках Синода. И все же кто-то на коне там скачет, скачет не во сне. А почему я так уверен? Слух замкнутостью обострен, и в шорохи я погружен, как злость, которой зверь расщеплен. Я к плиткам каменным припал, мое уламывая духа, или в пространство ходит глупо, или вулканический скал. Меня жилет иногда и вещи зубали, а были. Тебя. Ну, тогда я думаю, что вы читаете. Продолжайте, продолжайте. Хорошо? Хорошо? Вещи. Да. Это? Это? Да. Драна Хаинова, товарищи Сталин. Я появилась немного пары дней. Меня в жилет иногда и вещи зубали, а были пили. Не билось сильнее, чем сейчас мои кулаки над утробой, орущих вовсю у похлёбки агрессором. А вот бы стукнуть кувалдой грёбаной по партии черепа мёртвого кесаря, чтоб никакая зараза не сгладила отечество Изра моё кроватое. Ведь Иля течёт из рябого садика. Долги из